Всім, хто сьогодні прийшов, яка ціль нашої зустрічі? Ціль сьогоднішньої зустрічі – це поговорити про формування команди міста Києва. Ціль сьогоднішньої зустрічі – це поговорити про наш протестний рух, тому що всі, хто тут присутні, це або люди, які вже 4 рази виходили на наші... Вітаю вас всіх. У мене день почався трошки погано, тому що спочатку мав бути якийсь там допит, так званий. Насправді ніяких допитів в реальності не буває, просто є процедура запрошення до Служби ПАРЄ України. А я не можу парити без нас. Раз на тиждень вони мають мене побачити, щоб ви заспокоїтесь. Але друга новина була то, що вчора міграційна служба підписала якісь там документи на мою депортацію з України, тому була інформація, яку можна перепровірити, до речі, у людей, які стоять на вулиці в таких темних бусах, про можливість затримання і депортації. Але я так звик до цих речей, що я дуже спокійно до них ставлюсь, я не дуже вже хвилююсь. Я думаю, що вони дуже слабкі. Все, що вони роблять проти нас, це є якраз прояв цієї слабкості, і нам не треба їх боятися. Треба, щоб вони нас боялися. Треба, щоб вони боялися народу. Треба, щоб вони боялися за своє майбутнє. Тому що ми дуже хвилюємося за наше майбутнє. І ми не хочемо, щоб вони залишались цими особами, які будуть вирішувати наше майбутнє. Тому я, в першу чергу, хочу вас всіх поблагодарити. Потому что, знаете, мало кому выпадало на долю столько интересных моментов, волнующих, сколько выпало мне, благодаря вам. Обычно, когда человека не пускают в страну через границу, то его не пускают в все. И негде на это пожаловаться. Я уже почти смирился, что меня не пустят обратно в Украину, но часть из вас, которые были тогда на кордоне, рассудила иначе. Меня даже уже в тот момент не спрашивали, взяли и перенесли. Подмышку. Если поэтому, кто меня первым взял, я домой принадлежу, то есть вам. Это первое. Второе, на самом деле, меня забрало в 7 утра из дома СБУ, когда в 7 утра забирают, а как забирают, знаете, моих прадедушек, прабабушек, их братьев, сестер, их родителей, как и многих в этом зале, наверное. И обычно, когда забирали, то это было надолго, и это не было так весело. И добирали их очень далеко, в Сибирь. Меня смогли забрать за 100 метров, на 100 метров. И тут на их пути стали вы. И меня вытащили, в принципе, это было похищение, потом судья сказал, что это было похищение, какой-то не был арест, но мы же не знали. Но чувствовали, что это так. И меня из практически безнадежной ситуации в наручниках забрали из машины. Вот чтобы вы понимали, точно такая ситуация сейчас в Украине. Украину похитила организованная преступная группировка. Абсолютный подбор. Абсолютных мерзавцев, способных на все. Они его там закрыли у себя бусы и прямо везут
на большой скорости, чтобы куда-то выкинуть на обочину или там со спуска спустить и полностью ее разбить. Иначе эти люди не умеют. Или мы сейчас перехватим этот пуст и спасем оттуда узника этих мерзавцев, всю страну, или страны больше не будет. И тогда мы будем размахивать кулаками после драки. Поэтому, когда мы говорим, чего мы выходим не потому, что людям нечего делать, мы выходим не потому, тем более вы лучше меня знаете, что кому-то кто-то платит, потому что никто никому ничего не платит, а мы выходим потому, что у нас нет времени. Каждый день – это день упущенных возможностей. Каждый год – это миллион новых украинцев, которые уезжают за кордон. Каждый год – это год того, что не растет экономика, то есть у нас нет будущего. Мы отстаем от мира все больше и больше и больше. Я сегодня встречался с польским послом. Он меня спросил, какое впечатление меня оставило Польша, в каком настроении я вернулся из Польши в Украину в сентябре. Я сказал, что Польша на меня... Я вернулся в очень плохом настроении. Он на меня посмотрел недоуменно. Я говорю, не потому, что Польша мне не понравилась. Польша мне очень понравилась. Но я вернулся в плохом настроении, потому что я не знаю, когда мы эту Польшу догоним, когда в 91-м году мы ее обгоняли. Пожил там 2,5 месяца, я понимал, что каждый день, когда вот это все продолжается в Украине, не говоря уже про Германию, Францию, там, я не знаю, Англию, Америку, Канаду, нам все меньше представляется, мы также будем догонять Польшу, как автобус «Богдан» будет догонять ракету Илона Маска. Потому что мы сидим в автобусе «Богдан». А Украина, которая должна, имеет традицию выпускать ядерные ракеты и сегодня способна выпускать ракеты, не должна все время сидеть в автобусе. В автобусе директор автобусного завода и пары, которые просто хотят, чтобы спокойно в автобусе там все, и дальше ехали в их Богдане. Я не знаю, видели ли вы там, военные отзывались о скорых Богданах, это катастрофа происходит. То есть мы закупаем скорые «Богдана», мы закупаем БТРы, у которых ужасно слабые двигатели, коробки передач плохая, мы закупаем какие-то бронированные катера, которые непонятно кого, они под Дунаем плавают бронированные катера в большом количестве в Ленинской кусте. От румын мы будем отстреливаться на Дунае. Черноморский флот точно не потопить катерами Порошенко. Российский, если мы на это ориентируемся. А просто много брони, много металла и 3 раза больше цена, чем должна стоить. Сейчас я вижу, среди нас есть молодые, в том числе, наверное, студенты. Сейчас распустили студентов на 3 месяца. Есть 1% студентов, которые сейчас детей мажоров, или у которых есть богатые ухажеры, которые могут так себе позволить в Дубае расслабиться. Таиланд и в Египте. Но их 1%. А остальные 99%, что действительно дистанционно дома занимаются? Или просто сидят в депрессии зимой, когда я знаю, когда лучшее место, время для учебы зима. А что когда весна, и там птички поют, и там хочется чего-нибудь, 20 лет чего-нибудь другого, кому хочется учиться? А сейчас на том случае, почему я сюда спустили? Порошенко захотелось денежек. Потому что Ахметов добавил 11 миллиардов неожиданно. Для людей 11 декабря бюджет через НКРВ ДТК. А в бюджетах высших учебных заведений уже этих денег не было. И это нам обошлось не только в 11 миллиардов. Это нам обошлось 3 месяца потерянных возможностей для молодежи учиться. Поэтому у нас нет времени. И когда кто-то думает, давайте подождем регулярных выборов, которые будут через... год, 4 месяца, и потом парламентский еще год через 8 месяцев, тогда все образумится, вот будут выборы, все нормально, все хорошо, и у нас будет нормальная возможность избавиться от власти. Во-первых, это потеря возможности, во-вторых, вы думаете, что если мы будем идти по их графику, по графику, по рык, к тому времени у нас будет выбор, мероприятие это будет называться выборами, люди, которые украли
ваш тариф. Люди, которые украли земли, люди, которые украли огромное количество других вещей, пенсии, там, сбережения, банки, целые банки выкрали, украли деньги Януковича, кстати, 1,5 миллиарда. Каким образом эти люди ни с того ни все вдруг образумятся и не украдут выборы? Да, они даже если будут выигрывать, там, чего не может быть, там будут получать 90%, все равно 91% украдут. А тем более, когда у них 5%, и того нет. Каким образом они не будут красть на свои выборы? Каким образом они очищают политическое поле? Нарзика такой, Ньюзон такой, да, мне не нравится владелец Ньюзона, очень не нравится. Но мне какая разница, через какой телеканал я буду говорить с людьми. Для нас главное дойти до людей. Там непонятно там какие-то там радиовести. Но сегодня зашли там люди в масках. Почему не заходят, например, на другие каналы, связанные с другими российскими интересами? Все очень просто, потому что те договорились. А эти не договорились еще. Поэтому мне кажется, что у нас просто то, что мы выходим, во-первых, мы показываем миру, что есть огромное количество неравнодушных граждан Украины. И нас будет все больше и больше и больше. Во-вторых, мне кажется, что мы должны донести месседж для людей, что у нас есть и позитивная программа. Я сейчас снял фильм, который мы покажем в следующий четверг, пятницу, я думаю, на одном из каналов. Какой может стать Украина? Украина реально может стать самой процветающей страной Европы в течение 2-3 лет. Ну, она не станет такой богатой за 2 года, как даже больше, но она будет по темпам развития опережать всех в Европе 3-4-5 раз. И когда-то мы догоним их через 10-20 лет. Поэтому в этом наша суть. Мы насчет позитивной программы. Они как кем хотят нас показать? Конечно, если тебя гоняют по крыше, если тебя там таскают за волосы, если тебя рвут свитер, если тебя там, я не знаю, залезают во все места, там это самое, нормальный человек при этом отбивается, и у него он не выглядит совсем уж причесанным. А я бы причесанным почти никогда не выгляжу, тем более такие моменты. И естественно, он не выглядит. Естественно, он кричит, естественно, он сопротивляется, естественно, он выражает свои мысли. А для чего он делает, чтобы сказать, да, ну, все ненормально, какие-то бегают эти все, ну, как все. Вот Ахметов, это солидный дядька, почти не говорит. Только смотрит глазами убийцы. И реально убивает, на этот раз, украинскую экономику пенсионеров через тариф. Я не знаю, сколько трупов у Ахметова в Донецке в 90-х, но то, что у него сотни тысяч на его счету убитых холодом пенсионеров в теперешней Украине, это я вам могу гарантировать. И у него вообще ничего не шевелится, когда он это делает, совершенно хладнокровно. И поэтому, когда нам говорят, вот они солидные, вот Кончаренко какой-то солидный, а эти все, эти не солидные, это сумасшедшие. Просто история такая, что самый лучший интеллектуальный потенциал сконцентрирован именно в этих людях, которые уходят на улицу. Это образованные люди, это доктора наук, кандидаты, это доценты, это преподаватели, это инженеры, это владельцы маленьких бизнесов. И выходят они не за там какими-то лидерами и так далее. Они выходят, потому что их переехала эта система. Я такую стажировку получил. Я так благодарен Порошенко. После того, как он меня лишил гражданства, я похудел на 30 килограмм. Я, значит, научился отдать... освоил альпинистские навыки, когда я к крыше перешел, когда я туда перешел за 3 минуты, спецназ добирался 50 минут. Они говорят, как ты сюда добрался? Я говорю, привет, вы мне помогли, ваш начальник. И говорит, но главное, что я усвоил, походи по судам, по СБУ, по полиции, по этим, этих какие-то ужасные места, где вообще все, меня допрашивали в печерской полиции, по делу о Желтневу. Я когда-то был дружинником, не такими, которые сейчас бегают. Но мы студентов заставляли по красным повязкам ходить. И я ходил в эту печерскую полицию, в эту под отдел. Я зашел туда, там ничего не изменилось. Оно стоит за магазином Рошен, Рошен изменился. Там вместо там, старого советского магазина есть Рошен. Но сзади Рошена такая же полиция, которое было в 86-м году, когда я последний раз там был дружинником.
Но я вижу настроение тех людей, которые там сидят. Полицейские, там было несколько следователей. Вместо 3 часов весь допрос занял 7 минут или 10 минут, очень коротко. Они все сняли с нами селфи. Потом один достал мою книгу и подписал для своего папы. Потом вторая настаивала, чтобы я с ее невестой поговорил. И потом они нас проводили очень с большими улыбками. И реально такое настроение. Они, им не нравится то, что им хотят. Вот Катя Петренко, можно сказать, которые к ней сошли домой, значит, таскали ее родители в 7 утра, сломали дверь, 30 человек, их держали 12 часов, забрали 7 тысяч долларов, инженер и доцент университета всю жизнь заработал 7 тысяч долларов. Средний класс, вот это и есть средний класс, живет на Дальнице, рядом с Деверзи, откуда меня в армию забирали. И потом они, по приказу Луценко эти операции проводятся, и потом они удивляются, говорят, что средний класс, 7 тысяч долларов, чего дома держали, поехали бы на Сейшелы, кофе бы выпили. За 7 тысяч долларов эти одному пенсионеру можно долететь, выпить кофе, прилететь обратно. На Сейшелах еще можно, на Мальдивы рядом. Как повезло Порошенко, что государственный переворот в Мальдивах случился сейчас, а не 5 января. Представляете, 5 января, сейчас там что-то происходит на Мальдивах. Аэропорт закрыт. Военные контролируют все, никого не пускают. Острова заблокированы. Сидел бы он там, деньги бы закончились. А он же все в негативке, ну кто подвезет? 500 000 уже выкинуты в океан. Ну я понимаю, что еще 1 000 000 может быть, но с тем временем уже закончилось. Он бы начал доказывать, что он президент Украины. Они бы посмотрели декларацию, написано Кокорин. Президент Украины вроде Порошенко. Представляете, в какой ситуации, в конфузе мы могли оказаться? Он бы потом выкидывал, а там мобильной связи сейчас нет. Военные отключили мобильную связь. Он выкидал бутылки с надписью там в океан. А если бы эти надписи попали к украинцам, они бы почитали и спрятали его подальше, чтобы никто не знал. Чтобы он подальше там оставался. Вот не надо попадать в такие ситуации. Не надо попадать. Не представляете, какая была бы халява у нас тут. Как бы страна зажила. Какой? Вот сейчас я был в Одессе, мэр сбежал, бандит Ухан, уже 2 месяца нет. В Одессе никогда не было такого сладкого периода. Представляете, если Порошенко остался на Мальдивах, как бы хорошо зажили. Поэтому, ну я шутки шутками, но это все реально злодейская банда, которая не умеет ни красть, не умеет ни фальсифицировать. Когда я говорю, какие выборы, они сфальсифицировали мою подпись. Когда Луценко тупо повторяли, на, это как его видео, голоса Саакашвили и Курченко. Послушайте, что говорит, голоса Саакашвили и Курченко. Не говорит, что это их разговор. На видео их голоса. А почему они это говорят? Потому что вопрос монтажа они отозвали. Там любой из ваших голосов может взять и сделать разговор с Гитлером, как вы с Гитлером договариваетесь, значит, напасть на Советский Союз. И они реально, настолько они мелкие, отвратительные, реально жулики, вот такие, явные грабнопёрски, пока мы позволяем им с нами играть. Поэтому у нас есть позитивная программа. У нас есть программа. За 7 дней можно полностью поменять Украину. За 5 сессионных недель можно принять все необходимые законы. Первую очередь закон против олигархов. И это нужно снижать налоги по всей, по колонне, потому что если налог будет платить все, 53% экономики Украины официально в тени, а на самом деле больше 70%. Это означает, что как только первый же, как мне говорят, о, Саакашвили опять начал пенсии повысить. Да, потому что я это делал в Грузии. В Грузии мы повысили, у нас было 7 лари пенсии, когда я стал президентом, и когда я закончил президентство, было что-то вроде 200 с чем-то, я что-то. Цифры не помню, но много раз, 160 человек было, и лари был намного сильнее, чем когда до моего президентства. То есть национальная валюта укрепилась. И я говорю это со знанием сделок. Откуда мы? Не из дома эти деньги принес. Эти деньги были спрятаны через там, разные схемы, и мы это просто легализовали. Мы дали возможность людям честно зарабатывать и платить деньги в бюджет. Они платили 2-3 раза меньше, чем раньше по взяткам,
Но все платили бюджет, и в результате бюджета имел возможность платить за пенсионеров, за школьников, за студентов. И также мы сделали страховую себе медицину, где все деньги пошли на страховые. Сейчас, секунду, сейчас вы знаете, что, например, у Порошенко есть интересы в медицинском бизнесе. И вся его так называемая реформа полностью подтянута под его компанию, которая работает в медицинском бизнесе. Там нет 100% покрытия пациента, потому что если есть 100% покрытие, если есть страховка, то где можно манипулировать и махинации делать? Точно так же он хочет земельную реформу под это сделать. Я за рыночные отношения, на самом деле. И на земле, и в медицине, и все. Но то, что он хочет сделать, это просто создать новый класс олигархов, где он будет самым главным латифундистом и олигархом. И это недопустимо. И у нас нет времени. Нам надо этих реформ проводить немедленно. Поэтому мне кажется, что главное, чтобы даже сделать, каждый из нас должен стать агитатором и активистом. Не так, конечно, вы и так активисты. Но мы не просто там физически должны сражаться, и мы это научились, но каждый из вас интеллектуал. Мы должны показать, что у нас есть интеллектуальное превосходство, мы интеллектуальное большинство, и мы моральное большинство. Все очень просто. Почему говорят, а у них какие тезисы? У нас никогда не было лучше президента, почитайте Барака Обаму. Значит, у нас никогда не было лучших президентов. Давайте каждый начнем с самого себя. Что мы значили за Порошенко? Что? Что Порошенко там не убирает в подъезде? Давайте каждый пусть уберет в подъезде. Давайте каждый пусть сам не будет давать взятки. Давайте каждый пусть это самое сам себя начнет. Но рыба гниет с головы. Что значит себя начнет? Я помню, мой предшественник Шеварнадзе в Грузии говорит, да все коррумпированы, врачи коррумпированы, учителя коррумпированы, дворники коррумпированы. Да что я буду бороться с коррупцией, потому у него была самая богатая компания в Грузии. А мы говорим, нет, это не история. Все очень просто. Все правительства, министры под Гройсманом. Гройсман полностью под Порошенко. Парламентское большинство под Порошенко. Суды полностью под Порошенко, прокуратура под Порошенко, служба борьбы под Порошенко. А когда мы говорим, что рыба гниет с головы, все он концентрировал в своих руках. И то, что правительство пройдет, то, что он для людей ничего не делает, то, что ДТЭК, главный партнер ДТЭКа Порошенко, главный человек, который получает выгоду от войны Порошенко, потому что Порошенко зарабатывает на военных заказах через Гладковского и компанию. И когда мы говорим об этом, все очень просто. Потому что, конечно, Порошенко и Путин – это разные люди. Но в случае, например, в маленьком случае, часто со мной, их интересы совпадают. Они оба хотят, чтобы меня не было в Украине. Путин об этом говорит, Порошенко об этом говорит. Но их интересы совпадают в гораздо более важном вопросе. Путин заинтересован, чтобы война была долго, чтобы Украину теребить, и чтобы, может быть, на ней тоже отмывать деньги, наверное, скорее всего, там тоже так происходит. А Порошенко заинтересован, чтобы война была долго, потому что он говорит, пока есть война, меня нельзя трогать. Пока есть война, они зарабатывают. То есть реальная смена власти в Украине – это смена того, чтобы закончить, для того, чтобы закончить войну, для того, чтобы был мир и для того, чтобы у нас не крали деньги, то есть у нас была двузначная цифра экономического роста, легализация бюджета, и реально пенсионеры получают больше, тарифы были меньше, студентов не распускали на 3 месяца, у них было качественное образование, у нас были больницы, не как в Польше, а, например, как в Грузии, где в Камерусе гораздо лучше больницы, чем в Польше. Какие-то вещи у нас лучше, чем Польша. Почему? Потому что мы удалили бюрократию. И у меня не было частной медицинской компании, хотя вся моя семья была всегда врачами. И поэтому вот это мы должны сделать. И мне кажется, что вот наши программы, которые мы составляем вместе, это мы должны это показать стране. Второе, что мы должны сделать, мы обязательно должны представить порядочную кандидатуру правительства Украины. Во-первых, у нас сейчас, по-моему, Юра, 17 министерств, через сколько? 17. 17 министерств, 23 члена кабинета. Ну, 23 члена кабинета. Вот, например, кто-то из вас знает, чем занимается вице-премьер Кистило, например. Он сам не знает. Но есть такой вице-премьер. В Украине не было никогда такого большого правительства и такого бездельного никчемного. Раньше хотя бы злодеи были известны. А сейчас просто никто. Какие-то фигуры, какой-то вице-премьер Розенко, тоже, который сам не знает, чем занимается. Есть там министр Рева, который только запомнился абсолютно идиотским выражением. И так далее, и тому подобное. Украинское правительство максимум должно быть 7-8 министерств. В Украине не должно быть никаких вице-премьеров, первых, вторых, третьих вице-премьеров,
Хвала кабинета. Они сейчас добавили на свое финансирование, 2,7 раза выросло финансирование кабинета министра, аппарат. И все очень просто. Максимум 7-8 министерств, мы должны сказать название специалистов, которые очень хорошие люди есть с нами, например, Владимир Лановой. Он родоначальник первых попыток что-то поменять в стране. Но он сразу не смог попитать, потому что его сразу поменять, сразу убрали. Ну, как минимум, человек остался порядочным. У человека идея, и он никогда ничего не украл у страны, хотя это было то время, когда все деребанили кому-нибудь. А он так и остался порядочным пенсионером. И таких есть. Вот для меня Владимир Лановой, это не... Я в Грузии в свое время назначал 24-летних, но такой человек мог бы быть министром вполне и в новом в украинском правительстве. Потому что уже есть опыт у человека. Есть молодежь, есть разные люди, совершенно разные опыты. Я когда делал фильм, столько интересных экспертов нашел, с горящими глазами, с энтузиазмом, энергией. У них просто светлые лица, просто антропологических поставить рядом, например, с Розенко или с Ревой, тех людей, которые сняты в нашем фильме. Поэтому давайте предлагать этих людей правительству и предлагать это стране. Давайте называть 10 возможных кандидатов в президенты и предлагать стране на праймерис, и им предлагать пойти на праймерис. И сказать, что давайте выберем одного кандидата от всех демократических сил, у которого будет больше всего шансов пройти, который отвечает критериям, у которых есть поддержка народа, потому что через 3 месяца после проведения праймерис мы проведем опросы, 3 независимых опроса, и нам покажут, кто это может быть. Вот это можно сделать. И следующее. Надо обязательно показать, что мы способны провести парламентское большинство. Конечно, одна политическая сила отдельно взятая этого не сможет сделать, это исключено. Но мы должны создать широкую демократическую коалицию, максимально ориентированную на новых людей. Я понимаю, что опять все старые будут лезть. Давайте их вместе отсеивать. Вместе отсеивать. Иначе не будет. Если мы их вместе не отсеем, они опять будут. Когда мне говорят, вот, меняли, что произошло, а кто, когда мы кого меняли? 25 лет одно и то же. Одни и те же лица, одни и те же фамилии. А как по карусели ходят? 25 лет этот карусель катается, никто не хочет сходить. Они просто медленно катаются, этот карусель по кругу. Сначала они оппозиция, потом правительство, подходит кормушка, забирает себе карман, потом на второй круг как оппозиция, потом опять правительство. И 25 лет мы это наблюдаем. Пора этот карусель отключить и говорит, ребята, сходите, мы тоже хотим покататься. Или вообще поехать вперед, а не кататься по кругу. Это лучше всего. Что не то, чтобы покататься, идем, едем вперед. 25 лет, 70, в Украине 70% ВВП от 1991 года. Это катастрофа. Вы знаете, я посчитал свое президентство в Грузии успехом, потому что когда я его закончил это президентство, у нас ВВП в том году было выше, чем лучше советский период. А в 90-е, когда Грузия так упала пучину, что намного круче Украины, она куда-то вообще провалилась. И мы так ее раскрутили, что к концу моего срока экономика выросла в 4 раза, ВВП, общий объем ВВП, но мы дошли до вот символического показателя 91-го года. Украина, которая не падала так сильно, имеет всего 70% от 91-го года. Катастрофа. Позор и срам. Мировой рекорд – лузерство вообще. И это очень легко повернуть. Тут есть интеллектуальные ресурсы. Вот тот день, мы сутки нам, когда снимали этот фильм, WhatsApp создали украинцы. Значит, самые лучшие программы, программное обеспечение, в том числе, например, про криптовалюту, это украинское. 3 миллиарда только в IT-сектор заходит в Украине каждый год. Это только один сектор, не говоря уже, что Днепр еще существует, еще не умерли эти заводы. Там есть огромный потенциал ракетной промышленности, инженеринга. В Киеве есть огромный потенциал как программистов, так и электроники и так далее и тому подобное. То есть каждый город имеет свою специфику. Еще, более того, еще люди идут в фундаментальную науку. Это, по-моему, уникальная страна Украины, где, несмотря на то, что им никто не платит, у людей есть потребность пойти. Вот есть доцент, наш очень приятный человек, вот, профессор, заведующий лабораторией в институте у Кришталя Богомольца. Значит, у него вся лаборатория – это молодежь. Вот зарплат нету, они туда идут.
Это ж чудо, их любая лаборатория возьмет. Не говоря уже про Польшу, Канаде, в Америке, где угодно, украинцы с удовольствием в этой сфере берут двумя руками. Они здесь все-таки. Вот тупо хотят работать за себя долго. Давайте это использовать. Поэтому мне кажется, что просто из дискурса, они хотят нас всех грязь опрокинуть, давайте будем кататься по полу, давайте там, это самое вот. У них уровень украинской политики, это уровень Масичука. Стандарт Масичука. Все должны быть по стандарту Масичука. Я не знаю, или у этого Масичука есть двойники, он во всех эфирах одновременно. Я думаю, что это неспроста. Потому что Барыгин нам этим образом говорят, что вот, мы все должны быть на том уровне. А не хочешь, это он тебя достает где-то и туда тащит. А в это время, они говорят, вы думаете, только мы грязные, да вы на себя посмотрите. Вы с Масичуком катаетесь по грязи только что. Вы такие же точно. Мы говорим про них, но когда Саакашвили на этой машине едет, Саакашвили это сапоги, пиджак одел, деревянка, до Второй мировой войны санитаром работал. И вот-вот, они говорят, мы воры, мы тоже воры. И пойти разбились, и на что рассчитано, что пойти разбились. Все одно и то же говорят, все друг друга обвиняют, все катаются в грязи, что там вообще ловится. А в это время дружинники появились. Хорошие ребята много. И здесь, если бы они показывали свои еще лица, было бы еще лучше. Я уверен, девушки бы обрадовались. Но только у меня один вопрос. Когда дружинники выходят и говорят, мы против Порошенко и Саакашвили. Что Саакашвили обокрал Украину? Что Саакашвили имеет монополию электроэнергии? Я учредил тарифы. Что я довел Украину в положение самой бедной по ВВП страны в Европе? Что я кого-то там съел по дороге сюда, или каким образом меня можно отозвестить Порошенко? Мы против Порошенко и против Саакашвили. У них лозунг был, это, когда тут 200 человек пили кофе, из них 100 доказывал, что просто кофе любят, правда? Лозунг был Петю Гагаузию, Мишу Грузию. Петя, кстати, из Приднестровья, чего, просто для рифма Гагаузию не хотели. Но тут вопрос так, что мне кажется, что эти дружины, они это денег стоят все. Они это все, эти куртки, эти формы, это все. Представляете, это стоит много денег. Передвигаться, транспорт, там это самое, кормить их надо. Иногда еще. Кому-то это нужно. Мне кажется, что это из той же оперы, когда нам говорят, что не будь, значит, у нас война и не трогайте нас. А сейчас говорят, а у нас на улице вообще дружинники. Не такой беспорядок, лучше не трогать нас. Кто создает хаос, кстати, Кучма в конце своего правления попытался это сделать. Он попытался создать хаос и остаться. Для него это хорошее не закончилось. Никто, кто попадает, как один поэт Серебряного века писал, поднявший меч погибнет от меча, и не надо в это дело вступать. Это очень опасная игра. Надо просто понять, есть общие правила игры, есть хорошие люди, есть великая страна Украина, в которой есть великое будущее. И последнее, я хочу сказать. В случае, если это кажется моим последним выступлением, я скажу, что каждое выступление может быть на этом этапе истории на украинской земле, я хочу запомнить, чего я вообще в Украине. Я в Украине, потому что сюда я приехал совсем юным, и мне она сразу понравилась. Я в Украине, потому что, например, мой прадед, который меня воспитывал, он учился в Харьковском университете. Его брат учился в Харьковском университете. Моя прабабушка меня воспитывала, умерла, когда мне было 35 лет, он репрогест, где его схватили и расстреляли. Я в Украине, потому что украинцы сражались за Грузию в 90-х годах в Абхазии, у Тополя тут есть, много из них погибло. Я в Украине, потому что я привез сюда несколько сот грузинских офицеров, или по мою близу приехали, сами приехали, кто как. И многие из них уже погибли за Украину. Я в Украине, потому что уже 13 лет я в Украине, мне нравится дальше. И я в Украине, потому что без Украины Грузия просто пропадет. И вообще всем мало не покажется, если Украины не будет. И в конце концов, я в Украине, потому что из-за вас.
из-за многих хороших людей, которые ходят на мои суды, которые дежурят у моего подъезда. Знаете, что если что, я туда съехал, так что меня там больше нет. Так сказать, на очень высокий этаж, в комнату, квартиру. Эти люди, которые реально выражают свою симпатию, пишут на Facebook, я же вижу, я же различаю, они их обзывают мехоботом, но, по-моему, ботам надо платить. За такую искреннюю любовь ни за какие деньги не купишь. И мне кажется, что я чувствую свою обязанность обязательно передать. Это реально поколение, вот люди, которые сидят в этом зале, это тот Киев, который я первый раз увидел в 85-м году, ее полюбил сразу. Ну, я первый раз в 80-м был, потом много раз приезжал, мои родители возили сюда, но потом остался и так. И это Киев интеллигентных, умных, благожелательных очень людей. И просто я же вижу, что вот Киев, который был всегда супер приветливым городом, стал очень тоскливым, стал грустным. Не потому, что люди изменились, просто жизнь такая. Это отвратительно, когда люди просто реально не могут... Знаете, я когда хожу в супермаркет, я каждый раз выхожу злой, правда. Я понимаю это, что такое. И у людей довели. И этих людей на всех надо спасать. И спасать четко от этой ситуации. Нет безысходных ситуаций. Нет безвыходной ситуации, как они хотят. Они нам что хотят внушить? Нет смысла. И Украина сейчас делится на две части. Украина не делится на любителей порошка и для стороннего оппозиции. Украина делится на две категории людей. Первая категория, 50% где-то, людей, которые ненавидят всех и все, но ничего не хотят менять, потому что думают, что будет хуже. Они терпеть не могут Порошенко, но они говорят, все остальные могут быть еще хуже. И это есть для меня совок, реально. Вот что остались в прошлом, но лучше, чтобы трогать, а вот так. А другая половина, это не возрастная категория, это чисто человеческий расстройство, потому что молодежь тоже много первой категории. А вторая категория, это те люди, которые говорят, мы хотим менять, и можем жить намного, намного, намного лучше. Проблема в том, что часть из них голосуют ногами и уезжают. Но мы-то остались. Вот люди в этом зале, вот это такие люди. Поэтому давайте сражаться, давайте побеждать. Потому что мы просто это не артель напрасного труда. Как бы нам ни рассказывали. То, что они, Порошенко, каждый выезд из страны оборачивается тем, что меня хотят выслать. То есть он в Давосе хотел меня выслать из Давоса. Я уехал из страны, он меня хотел пускать. Сейчас он танцует на Бали, ему хотят сообщать, как, если ему сообщать, что меня выслали, то будет хорошо танцевать. Но почему они это делают? Потому что они вас боятся. Вас боятся. Они боятся, они чувствуют реальную силу. Это не изменяется их фальшивыми рейтингами и так далее. Они чувствуют, что есть интеллектуальное превосходство здесь. А у Барек интеллектуальные люди вызывают. Они, да, презрение к нам относятся, потому что они думают, что, ну что, денег нет, значит, лохи. Но с другой стороны, они чувствуют интеллект, силу воли, характер, и они жутко этого боятся. И они все будут делать, чтобы вас не было. Чтобы нас разобщить, чтобы нас развести, чтобы нас дискредитировать, чтобы нам просто было опустить руки и сказать, какой смысл. Мне же говорят, зачем мы ходим мирно? Ходим потому, что когда нас будет миллион, то они уже больше не будут ходить по нашим головам. Где? Но этот миллион надо собрать. Чтобы этот миллион собрать, мы должны показать, что мы должны поговорить с людьми. Мы должны показать, что валюта не будет падать. Мы должны показать, что экономика не ухудшится. Они с чем держат? Они пришли на этом, они своей бездарностью провалили экономику, провалили военные операции, провалили ежедневную жизнь людей, провалили курс валюты совершенно сознательно. А потом говорят, видите, все плохо. Так что если нас поменять, будет еще хуже. Но извините, они провалили. Я тоже делал революцию в Грузии, почему-то экономика в Грузии 4 раза выросла, почему-то Украина упала на 20%. Я тоже делал экономику в Грузии, у нас валютный курс почему-то 2 раза после этого укрепился, а здесь почему-то он упал несколько раз. Я тоже делал революцию в Грузии, почему-то там пенсии выросли во много раз, и система здравоохранения была нормальная, а здесь наоборот. И поэтому, и кстати, и так, и все. Поэтому они нас держат тем, что сами же натворили. И за счет этого хотят, чтобы мы ничего не делали. И много людей пока на это ведутся, поэтому надо признать, потому что, ну, да, вот объективно реальность была такова. Давайте доказывать иначе.
Я вам скажу, хуже, чем сейчас, быть не может, я вам гарантирую. Вы просто слишком терпеливы и думаете, что хуже может быть. Не может быть хуже, чем сейчас. Ну, может еще свет отключить. Можем до этого еще дожиться. Но лучше, намного лучше быть может, лучше будет. Когда мы это вместе сделаем. Спасибо. Какие запитания я отбиваю? Пожалуйста. Питання к вам, пан Михайло. Зараз, то почекайте, дуже гарні дівчата, вони там ходять з мікрофоном. Добрий вечір, у мене є к вам запитання, пан Михайло Ніколаєвич. А з приводу того, що ви казали багато вже разів, про те, що в Україні все прогнило. Суди, прокуратура, поліція, сама влада, вона тхне. І ви самі розумієте, що цим олігархам, цим паразитам, які присосалися к тілу України, їм нікуди діватися. І мирно вони владу вам не віддадуть. Навіть якщо ви 2 мільйони зібраєте. Тому що це їхній вопрос життя. Вони розуміють, що їхній бізнес, їхня власність, їхнє все майбутнє буде, вони будуть цього все позбавлені. Вопрос к вам. Люди, я спілкуюся з багатьма людьми, які з фронту возвращаються, вони мають зброю. Вони настроєні на кров. Вони вже так, якусь межу переламали, вони хочуть відбувати. Ви знаєте, що таке Коліївщина? Так, звичайно. І все тому йде. Михайло Ніколаєвич, скажіть, будь ласка, якщо це трапиться, ви побачите, що мирним способом нереально, що влада готова битися до кінця, ви готові навіть очолити, от ви би цих олігархів, разом з Порошенко, ви, наприклад, це маленька фантазія, творча фантазія, председатель якогось рефтрибуналу, як велика французька революція. І смертний вирок винесе рефтрибунал олігархів, і в них чолі і Порошенка. Це ваш друг дитинства. Не дитинства, а юності. Коли ви вчилися разом в університеті, ви готові підписати йому смертний вирок? А ви готові пролити отримати участь? Ви особисто? А скажіть... Ви саме готові? Ваші батьки готові, що ви отримаєте участь? Я знаю людей, які готові. І такі люди є. Вони вооружені і вони вже... Давайте кожен буде говорити про себе, так? Я розумію, що ви запитуєте, тому що це запитання є у багатьох людей. У багатьох людей. Я хочу так на це відповісти. Во-первых, то, що ви описуєте цей сценарій, этот сценарий есть сценарий распада Украины. Я вам скажу почему. Украина не гомогенная страна. В Украине есть очень много региональной специфики. Например, если взорвать один мост на Днестре, украинская Бессарабия, где живет 600 тысяч человек, почти 100% русскоязычная, ну, по большинству своем русскоязычная, там есть разные районы, путь острова вне контроля Украины. Такие места есть. Закарпатье закрыть эту дорогу, Закарпатье отходит. На севере, в Сумской области, есть пару мостов, закрываешь, большая часть Сумской области отходит. Я географию хорошо изучал Украины, лично я езжу много, я обожаю ездить, я смотрю, я видел эти места. То же самое Буковине, где есть 400 тысяч румынских паспортов. Не очень большой Буковине, 400 тысяч румынских паспортов. И весь юг страны в такой форме. У нас есть проблемы, как вы знаете, по восточному флангу еще. Так вот, любые 500 человек с автоматами, вот сегодня вечером могут спокойно захватить любой правительство. Никто из полицейских вообще партий не шевелет. Национальная гвардия чуть-чуть там покувыркается и разбежится. Я видел, слушай, они одного меня не могли вывести, что их будет защищать от 500 от автоматчиков. И у нас поэтому... За один вечер можно захватить все правительства здания здесь, поднять флаг восстания и сказать, мы тут власть, может быть, словить кого-то из олигархов, может быть, как вы сказали, во дворе что-то делать. Реакция у людей, и, кстати, в этих дворах в советское время расстреливали людей, как мини там расстреливали массово людей, там скелеты, там, а там вообще гестапо было, там, где администрация президента, и там расстреливали людей. Это все... Очень легко сделать. Что происходит после?
Первая реакция людей будет, многие будут аплодировать. Наконец-то для нас спасение. Завтра утром в Одессе 400 дружинников Труханова, которых он создал с молчаливого согласия Порошенко, хорошо вооруженных, абсолютно сепаратистски настроенных, захватывают Одессу, разоружают лояльные Украине формирования, это очень легко сделать, прийти мобилизации в Киеве, и объявляют Одесскую республику, например. Или Новороссию, не дай бог. Потом в Харькове появляется 500 человек, которые захватывают это, и говорят, и неизвестным флагом, но точно не подчиняются киевской власти. Потом то же самое происходит в Буковине. Потом то же самое происходит. Закарпатье уже закрыто. Закарпатье контрабандисты сразу достали оружие, и у них оружия очень много. И Украины нет. Есть много вооруженных формирований, которых никто не признает, мир этого не признает. И Украина превращается в какие-нибудь новые Балканы. Этот сценарий нам нужен. Этот сценарий нам не нужен. И потому любой призыв и любой намек на вооруженный захват власти, это есть сценарий самый худший, который может быть для Украины. Это первое. Но вторая история, когда вы говорите, что как бы нас много не было, нас никто не услышит. Я сказал, что у меня фантастическая практика хождения по судам, я понял, как страдают люди. Я понял, что там происходит. Но я вот вам скажу. Лариса Цокол вынесла это решение, она смена судья, но благодаря тому в первую очередь, что она увидела 60 тысяч людей на Крещатике, которые выступили против моего ареста. И это было самым главным фактором. Я вас уверяю, что они хотели меня посадить под полный домашний арест, но после того, как люди их походили на это, они хотели по гражданству мне вынести решение уже 3 января. Как каждый раз приходили люди, каждый, почему они 3 раза меняли судейскую коллегию по этому вопросу депортации? Потому что каждый судья уходил, заболевал. Почему они заболевали? Никто не хочет. Потому что они знают, что каждым новым днем сокращается срок президентства пенсии, приходит время народной власти и другой власти. И поэтому я не согласен категорически, что если нас будет много, они распадутся. Вы, Юрий Деревянко тут есть, он вам может рассказать, в каком настроении бывают парламентарии, когда они видят у стен парламента хотя бы 5000 человек. Сразу меняется настроение. И поэтому я вам скажу, что произойдет, когда будет на улицах миллион. Какой-то судья скажет, нет, давали незаконные приказы. Какой-то там, какие-то 2 олигарха драпанут за границу. Какие-то люди из БПП выйдут, человек 40, и скажут, ну они всегда говорили, что Порошенко грабитель народа, и вот на их округе все знают, что они так говорили, просто публично их не выпускали. Да, значит, они моментально, огромное количество крыс начнут сбегать с корабля. Их хвосты будут везде. И моментально поймете, что это же не вопрос, что там Порошенко будет сопротивляться до конца, и с кем он будет сопротивляться. Янукович не потому сбежал, что он такой трусливый. Он же такой пахан, мужик вроде, надо продать. Яйца падал, но ничего. Бывают такие моменты, наверное, в жизни. Но он сбежал, потому что оказалось, что вокруг него охраны уже нет. Потому что это стоило Поросюку выступить, я с ним сегодня встречаюсь. Через полчаса нацгвардия и спецназ стали разбегаться. И он посмотрел в окно. И кто в метро заходит, там со шлемом бросает, кто там за деревьям прячется, там в парках. И он понял, что все, хана, и надо уносить ноги. Вот и вся история. Когда он поехал в Харьков, вы помните, как было в Харькове? В Харькове то же самое, местная власть, которая до этого была, все его сказали, ну, может, вам не стоит, там, вот, все, вот это начнется. Поэтому тут вопрос не то, что как мы повлияем на мозги Порошенко, как мы повлияем на его ближайшее окружение. Когда они увидят много людей, это будет сразу распадаться, как карточный домик. Никогда они не были так слабы, как сейчас. Сейчас надо на них нажать, и они будут попадать. Но они должны попадать так, чтобы под ними не попадало кроме. Вот я намагался это провести. Будь ласковым. Я к вам сейчас дам, и...
Доброго дня, Михайло. Доброго вечора. Так, мене звуть Вячеслав, я з Києва. У мене, ну, дозвольте два питання, бо є люди, які дуже багато питають. Перше, це що ви будете робити з тарифами ЖКХ, бо пенсія, яка зараз встановлює десь там приблизно 1800 гривень, а тарифи вони зашкалюють за 2500 гривень. Тобто люди не можуть просто це терпіти. Як ви будете з цим обходитись, коли прийдете до влади, коли ми прийдемо до влади? І прийдемо все правильніше. Так. Перше і друге, в мене таке питання. Зараз майже немає вільних земель сільськогосподарського призначення. І ну, такі корпорації, як Керна, там, Косюк, Бахматюк та Порошенко, вони володіють майже там, 90% цих земель, і ну, немає можливості людям, які хочуть займатися фермерством, там, взяти собі ці землі, там, 2 гектари, які по закону можуть. Як ви будете ходити з цими землями, коли прийдете до влади? Так, по-перше, перше питання. Ну, давайте подивимось, звідки беруться ці тарифи. Шахти, вони належать Ахметову, і він викупляє вугілля не у волинських шахтарів, чи там в інших місцях, де поки що вони державні, чи є інші власники. Він купляє тільки у себе. Як він купляє? Через ТЕЦ. А хто може перевіряти їх, які тариф, якщо... Ну, хто має це перевіряти? Це НКРЕ. НКРЕ має контролювати, щоб, ну, щоб вартість цього вугілля була зрозуміла і прозора. Тобто ви його ТЕЦ забирають у його шахт, переробляють і виробляють електроенергію через мережу Ахметовську вже. Вони розповсюджують електроенергію, електропостачання по всій Україні. Це та ж сама ситуація абсолютно з теплопостачанням, наприклад, Києву. Наприклад, Києву запропонують, я знаю конкретних людей, які виробляють тепло, тепло на 50% дешевше, ніж зараз. Але як донести це тепло для людей? Вся мережа, вона Ахметову належить. Це дуже просто. У нас повна монополія. І коли... И НКРЕ должны были проголосовать за рост электроэнергии в прошлом году, и какие-то члены испугались. Этих членов уволили. Это, как по моему гражданству, точно вышло. Сначала уволили, кто не хотел. Потом Порошенко добавил 2 членов. Они проголосовали с перевесом 1 голос за повышение тарифов. А Порошенко за несколько дней до того стал официальным партнером Ахметова по ДТЭК. Ну куда еще, что еще можно сделать, чтобы показать, что реально они вместе соучредители в воровстве. Кто такой Вовк? Вовк — это менеджер Порошенко, который до этого был в ICU, как раз те деньги у Януковича, которые они отмывали вместе с контрпосенюком, это ICU. То есть, о чем я говорю? Как только мы, первый закон, на первой же неделе будет закон про олигархов. И первое — это отмена монополии. Человеку будет запрещено владеть источниками, производство и распространение. Распределение. В Европе везде это запрещено. Даже не надо ничего принимать. Европейскую норму можно взять. Как только это будет в разных руках, в чем заинтересован человек, который продает? Купить дешевле, чтобы больше продать. Правильно? Он будет бегать по всему рынку, он будет искать билеты, он будет завозить из-за границы, он будет у волынских шахтеров покупать, он будет все делать для того, чтобы за меньше купить и больше продать. Потому что у него есть другие конкуренты. Если работает вот это, все очень просто. Вы сказали, а как вот, например, ТЭЦ. ТЭЦ, он каждый, чтобы создать новую мощность ТЭЦ, где-то мегаватт стоит 3 миллиона долларов, по-моему, ну если я не ошибаюсь. Ахметов купил за 300 тысяч. Под обязательство. Его надо вызвать и сказать: мы у тебя не отнимаем, но ты заплатил 300 тысяч, это стоит 3 миллиона. Или ты доплачиваешь 2 миллиона 700 тысяч, или ты отдаешь обратно, и мы продадим, как Криворожсталь продали. Что тут непонятно? Это не реквизиция, это не популизм, это честный перерасчет. Взял не по правильной цене, отдавай обратно или отдавай деньги, потому что так честно. И ему придется отдать. Или ему придется заплатить. Денег у него достаточно, чтобы заплатить. И тогда это честно. Никто не отбирает, но просто считает все точно.
И тогда тарифы автоматически понизятся. Вот это не может не привести к понижению тарифов. Что касается земли, вы совершенно правы. Есть Косюк, друг Порошенко, бизнес-партнер, его невеста работает у Косюка, ну, естественно, это семейный бизнес. И Косюк, вы знаете, что они выделили на поддержку, поддержку сельского господарства фермеров, фермерства украинского. Так гарно. Ну, почутиться это, на поддержку украинского фермерства, 2 миллиарда гривен. 1 900 000 000 потрапило в руки Косюка. Какой он к черту фермер? Он барыга от сельского хозяйства. Он человек, который реально никакого отношения к обычному человеку, который работает на земле, не имеет. Но взял все помощь с фермером. В результате НДС возвращает только Косюку. Защищен законодательно только Косюк, отримает допомогу прямую только Косюк, а фермеру что? Фермеру беспредел. Фермеру каждый месяц меняют регуляции, каждый год новый землемер приезжает, который зарабатывает себе на Range Rover квартиру в Киеве, еще начальство несет. Каждый рейдерство, у нас 4000 случаев рейдерства на фермерские хозяйства в прошлом году, с участием Министерства юстиции в большинстве случаев. А люди, которые хотят его защитить, как, например, Гал Анатолий, они сидят под домашним арестом в Мариуполе, чтобы другим неповадно было. Вот такая у нас ситуация возникла. Поэтому, когда мы говорим, есть земли больше, чем достаточно. У нас крепостное право. В Украине, где, в принципе, крепостного права почти никогда не было, ну, большинство мест в истории, у нас сейчас крепостное право. Пайщики – это те же крепостные. Им дают 3000 гривен, они думают, что это манна небесная. Вместо этих 3000 кто-то зарабатывает 300 000. А он абсолютно бесправный, потому что ну нельзя под эти пайки ни технику взять, ничего, в принципе, ничего нельзя. Он абсолютно бесправный. Бесправный, потому что учетную ставку еще раз повысили сейчас. А почему повысили учетную ставку? Потому что высокая инфляция. 2% экономического роста и 14% инфляции. У Украины должно быть точность наоборот. 14% роста и максимум 2% инфляции. И тогда страна заживет. А у нас наоборот, когда повышают учетную ставку, никакого доступа до кредитов для обычных людей, это еще больше перекрывает. Когда будет нормальная система, возникнет конкуренция. Польша, верхний предел владения землей на физическое лицо, а там только физически могут владеть, 600 гектаров. Кто-то может не сказать, что польское хозяйство меньше развито, чем украинское, намного больше развито. При ограничении, при том, что гораздо больше участников. Надо ввести верхний предел, иначе мы получим... Иначе, если сейчас приватизируют землю, как они хотят, завтра мы можем поменять власть, но у них будут все предприятия, все деньги, все банки, все земли. И тогда вы знаете, что у нас есть латифундисты, которые там... Есть, например, в Киевской области такая прекрасная женщина Засуха. Фамилия такая. Засуха, помимо того, что у нее интересная фамилия, она уже не депутат, она уже не жена губернатора, она уже, в принципе, даже не активный бизнесмен. Она император Киевской области. Все решает Засуха там. Кто будет директором школы, директором больницы, директором медпункта, кто будет, как бюджет будет распределяться, кто будет депутатом, кто будет там районной головой, кто будет в ОДГ проходить. Молодец, хорошую систему выстроила. Говорят, что талантливая женщина. И у нас будет таких Засуха брать. Самая главная Засуха станет Порошенко. Даже если он не будет уже президентом. Ему не надо будет, у него все будет его в стране. Людей будет мало, все будет его, а там президентом он кого-то и назначит после себя, через там 7 лет, может быть. И поэтому вот такая ситуация у нас. Поэтому если мы не... Демонополизация в сельском хозяйстве это такая же очень важная штука, как и в энергетике. Потому что на этом держится Украина. Украина может запросто удвоить производительность сельского хозяйства при том, что у нас будут прозрачные законы, у нас не будет крепостного права, и у нас будет верхний предел, и у нас будет четкое ограничение латифундистов. Латифундисты – это не спасение. Они хотят то же самое сейчас делать в украинском сельском хозяйстве, что в свое время России сделали олигархи. Олигархи, что ж ты сделали? Все промышленность захватили? И ничего не осталось, и они всегда есть. Здесь всю землю захватит, а в Украине что главное богатство? Земля. Там нефть была в России, поэтому были все эти большие нефтяные там. И так далее. Здесь земля. Здесь точно так же мы получим новых латифундистов земли, и у них будет вся власть. И
это ж, так Ельцин тогда все время давал, но Ельцин вместо этого они давали водку, там еще может быть там карман, как они описывают, там несколько тысяч долларов. А тут же не дурак сидит. Он не откаты будет брать, он будет брать землю себе. Он один из главных землевладельцев. Он. Никто иной. И он не дурак. Вся земля пойдет к нему. Вот и вся история. Сейчас он, по-моему, 3-4, вы назвали Бахматюка, вы назвали Кащука. Да, они все рука руку моют, но тут есть один человек, который хочет быть главным энергетиком, главным сельскохозяйственным, главным конфетиком, он уже есть, главный сахарник, он уже есть. Главный банкир, он уже есть. Его банк только получает прибыль. И куда ни посмотришь, он главный. Вот и вся история. И потом. Михаил Ильич, я представляю вкладчиков банку, да, которые обанкротили, да, знаете, да? В частности, вот банки. Ну, в частности, банк Киевская Русь. Да, все знали, там был, да, Братковик Арваныч. А почему его обанкротили? С приходом к власти Петра Алексеевича поставил Гонтареву. И начали они валить банки. Начали с форума, если помните, 14-й год. Да, и посыпались банки. Киевскую Русь его завалили. Там причастен к этому к завалу этого банка непосредственно Петр Алексеевич, его бизнес-партнер Игорь Кононенко. У них там был кредит, задолженность где-то 300 миллионов, была ипотека, то есть залог был под этот кредит. Ну, естественно, не они брали, Богданы, там, Ленинские кузнецы и так далее. Когда стало Гонтарева, кто будет отдавать долг? Естественно, он же за 300 миллионов никогда в жизни его не вернет. Порошенко, Кононенко. Они положили этот банк. Но это как пример один банк. Я к чему хочу сказать. Если придем к власти, придете вы к власти или придем к власти, есть такой у него бизнес-партнер Ворушилин. Это директор распорядных фонда гарантирования вкладов физических лиц. На сегодняшний день больше 90 банков в стадии ликвидации. Люди – это ваш, в принципе, потенциальный электорат. Это сотни тысяч вкладчиков, у которых вклады были больше 200 тысяч. Но там еще были юридические лица. Если по закону, по фонду гарантирования идут в седьмую очередь. А вы же знаете, юридические лица рассчитываться наличкой не могут, только через банки. И вы представляете, то есть у каждого там, ну, Юрика 3, 5, 7 миллионов на расчетном счете в банке. И когда банк ликвидируется, все, он идет в седьмую очередь. В четвертую очередь никто никогда не получит деньги, потому что в третью очередь забирает фонд гарантирования. Он рассчитывается, берет у государства, если не хватает у него денег, и рассчитывается складчиками. В третью очередь они забирают все деньги себе. В четвертую очередь идут физики. В седьмую – юрики. Вы представляете? Хотя ратует наше… Нет, питание в том, что если придем к власти, как быть тогда с этой категорией лиц? Это первый вопрос. И второе, Михаил Николаевич, когда был протестный, стояли палатки возле Верховного Совета, там поставили палатку вкладчики. Но с ними надо тоже считаться, это будем говорить, это средний класс. Средний класс. Но там что-то их обидели, самооборона, там что-то палатку сломали, а кто вы такие, вы здесь не должны быть и так далее. Надо ж, это ваш тоже, это ваш потенциал, это ваш электорат. Я не больше это подумывал, что, но я... Ну, был такой случай, рассказывали, что... Я постоянно встречаюсь с разными банками, я в курсе проблем. Да, да, да. И вот такая вот проблема. Да, ну, надо значит, это тоже как-то приводить в соответствие тоже. Ну что, деньги украли. Украли деньги. Спасибо. Украли деньги, и это вручную делала Гонтарева, и это делала совершенно... То есть там были банки, которые реально были нездоровы, но их было абсолютно меньшинство. А большинство, которые они уложили, они были банки, которые можно было спасать. И цель любого национального банка – спасать. Это пришли, вот этот доктор пришел, который видит больного, сразу делает инъекцию смертельную, эвтаназию. Вместо того, чтобы лечить. А, грипп у тебя, давай мы тебя вылечим. Все, 3 минуты и умер. Это самое, ноготь разболелся, убил. И так далее. Вот они это сделали. Они это сделали сознательно, потому что у них был свой банк. Свой банк. Банк Порошенко в прошлом году или позапрошлом году была, показал прибыль 304%. 304%. К стране упало столько банков. И тот же год, Ахметов, вот посмотрите на их, показал прибыль, плюс 68%, когда миллионы людей на Донбассе потеряли все. А это только один донбассец почему-то 68% добавил. А это посчитайте, миллиардов сколько. И все банки полегли, только один банкир и владелец показал 307%. Вы дайте 3 раз, кто такой. Что еще нужно делать, чтобы люди по воспринимали? Поняли, что с ним происходит. Но мне кажется, что однозначно фонд возмещения должен быть создан. Однозначно. Это не советские вклады, которые давно были. Я тоже помню свое время. Я жил на Дальнице, когда стояла длинная очередь, что типа, нам сказали, что будут индексировать. Давай. 3 дня ходил, мне индексировали, и что?
Даже мне, по-моему, июля 2000 не пошло потом. Но это, но здесь реально, здесь есть эти суммы, их в полном объеме возместить это не получится. Это было бы глупостью это обещать, но справедливо возместить это получится. Справедливо. То, что не было, то, что вы говорите, что у них какой-то приоритет, по которому в последнюю очередь доходит до людей. Это значит тех, которые самые незащищенные. Потому что реально эти банки убили надежду людей. Это очень важно. Это убили. Это настолько все это реально ограбили. Вообще, просто нагло среди бела дня ограбили. И ты чувствуешь себя униженным, оскорбленным и, главное, бедным. Вот и вся история. Прошу. Пожалуйста. Позитива немножко. Давайте. Первое. По Конституции вас не имеет права лишать гражданства, потому что вы не писали заявление о лишении гражданства. Это первое. И юристы на это должны пить. Второе. Значит, а что вы говорите? Да. Второе, я хочу насчет тарифов сказать. Значит, все не так просто. Значит, тепловая энергия, она бросовая у Ахметова, она бесплатная, вы это знаете. И поэтому эти тарифы, они идут и совершенно ерунда. А, вот главное, что я хотела сказать. Порошенко избирался на 1.5 года. Он избирался всего лишь на 1.5 года, до окончания... каденции Януковича. Потом должны были состояться очередные выборы. Это все убрали, непонятно куда дели. Вот этот вопрос надо бутировать, и очень активно, это очень важный вопрос. Можно микрофон тут, Даша? Вот тут, руки поднимаются. Иван, тут там. Вот там. Да, микрофон. Так. Что касается срока Порошенко, вот мы тоже говорим, давайте сокращать его срок. Чего мы это самое возимся? Давайте сокращать. В любом случае, понимаете, вы наняли менеджера. Кто такой президент? Я был президентом. Президент — это нанятый менеджер, который должен каждый день оправдывать свои доверия. Я понимаю, что он там рукой сейчас из вены размахивает бабочки, но он должен рассказывать, если. Даже вот я как в бизнесе, я не очень большой хорошо разбираюсь в бизнесе, но я хотя бы знаю, что в бизнесе каждый год собирают совет акционеров. Если менеджер проклялся, его увольняют. Совет акционеров — это вы. Каких 5 лет? Кто мог держать менеджера 5 лет, если он проклялся, правильно? Если, другим языком, футбольный тренер проигрывает уже 20-й матч. Даже если у него контракт на 10 лет, ну и что? То же самое. Поэтому не сроков. Я президент, который первый срок сократил за 1.5 года. Много больше людей вышли на улицу. Частично это были олигархи, это организованные, частично были недовольные люди. Да, были реформы, да, много уволено, 100 тысяч человек уволено с госслужбы. Да, люди были недовольны. Я вам сказал, хорошо, все, я понял, я ухожу в отставку. Вы решите, хотите вы продолжать. Вот, я вам сказал, вот вам ключ от президентского дворца даю вам, грузинскому народу. И вы решите, сохраните себя включить в следующие 1.5 месяца, или 2 месяца, сколько было президентской кампании, и вы решите, или мне возвращаете этот ключ, или отдайте кому-то еще. Вернули мне перевесом 1%. Я рискнул, и 1.5, я должен был президенту, я был там 8 лет чем-то президентом, я должен был 10 полных лет, я сократил. И я сократил, потому что нельзя вставать вверх народа. Я запросто, я без проблем мог сохранить власть, вообще без проблем. Но нельзя играть с огнем, нельзя играть с народом, нельзя, если это ответственность. Даже если эти люди были меньшинством населения, но это я доказал через выборы. Но на улице они выглядели большинством. И не надо было с этим не считаться. Вот и все. Пожалуйста. Здравствуйте, Михаил, Вячеслав, Киев. Да. У меня вот такой вопрос, я не один. Давайте выставим. Пассивность людей во многом определяется тем, что они уже привыкли, что для депутатов, для наших, которые идут на выборы, стало нормой обещать и не делать. Вот. Что само такое понятие для них депутат, как вообще обусловливается, чем этот термин. Вот. И предусмотрена ли ваша программа, как вы говорите, наказание или несоответствие занимаемой должности, чтобы они могли отвечать. Это давайте сразу отвечу.
У нас в программе там, если вы прочитаете хорошо, там и это такая ситуация. Первое, можно депутата отзывать уже через год по облегченной процедуре. Первое. Второе, вводится уголовная наказуемость за заведомо невыполнимое обещание. То есть как? Попытался, это нормально. Но если ты человеку обещаешь, что завтра что пошлешь на место робота Илона Маска на Марс, ну это чушь. И часто обещают эту чушь. И тогда уже надо спрашивать. Да, ты обещал, что завтра пенсия будет 2000 долларов, ну, извини, 2000 не будет, да, и хотя бы 150-200. Поэтому такая ситуация. Это надо владеть. Понятно, спасибо. Второй вопрос такой. Люди многие, ну, они интересуются, ну, 70 дней. У вас есть какая-то пошаговая программа, которая по времени, которую вы готовы опубликовать для людей, чтобы они понимали, чего ждать? Вы сами ответили 70 дней. 70 дней это пошагово, это по неделям расписано все. А конкретно у вас есть такие, что вы могли бы опубликовать? Абсолютно, это много раз опубликовано, мы еще раз опубликуем и распространяем. На это мне нужна ваша помощь. И... Если за 70 дней сделать, сразу надо начинать увольнять. Если я вам обещаю кто-то программу на 15 лет, гоните в шею. Потому что это вранье. Потому что человек, который обещает вам программу на 5 и 10 лет, он будет говорить с первого 4 года или 4 года 9 месяцев, да я же вам 5 лет обещал. Куда вы? Да куда вы спешите? Страна, Москва не сразу строилась, да, как в советское время. Поэтому я чую, да це програма не на часи, це програма не на роки, у нас має створити комісію. Сразу гнать. Если следующий парламент за 70 дней не покажет результаты, сразу надо его закрывать. Как только на 71 день они будут рассказывать вас. Потому что люди истосковались, они же не могут. У них теперь будет реально. Терпение упалось, реально. Они будут ситуация, когда они будут говорить, они будут очень нетерпеливы. Если не давать сразу результаты, называйте это как хотите, никто ничего не будет верить. Люди старались по результатам. Результаты так легко достигать в Украине. Так легко. Там женщина была, там. И я писал тут. Чтобы. Да. Добрый вечер, Фан Михайлович, скажите, пожалуйста, вот ваши пропозиции по изменению Украины и 70 по этих покроковых изменений, да. Они могут відбутися только за вашего премьерства, чи это может відбутися и без вашего премьерства? Нет, это может відбутися, когда будет 300 нормальных людей в парламенте, которые будут иметь одну программу. Это только может відбутися, когда ваши представники придут до власти. Это может одна людина. Яка вона не була би талановита, чи працьовита, чи там геніальна, і це не про себе, я зараз скажу, але ну, будь-яка людина, вона не може цього зробити, якщо там буде сидіти там, десь ще 150 Гончаренка, там 100 разів платів, там ще інші покори. Це тільки можливо, коли буде... Так, яке інше запитання вам? Так, будь... Добрий вечір, пане Михайло, Дмитро Київ. У мене до вас просте питання. Конкретний план дій надалі. Що робити далі? Дякую. Ділаємо следующее. Перше. Я зараз попитаю, щоб мене не депортували, це маленька деталь. Но следующий паралельник, що главное. І це какая-то розтебельна деталь. На самом деле, главные вещи другие. Мы должны расширить нашего, мы должны показать, что нас много. У нас будут акции в Днепре, в Одессе, во Львове, в Харькове, в других больших городах 18. У нас будет гораздо больше акций в Киеве, это первое. Второе, к тому акции мы вам предложим вместе с вами, давайте вместе на Facebook и так далее, новых, нормальных. Мы вам предложим структуру уряду, где-то в субботу мы опубликуем, сколько министерств должно быть по нашему или максимум по отделе. После этого мы вам предлагаем на эти министерства предложить людей, давайте вместе их подбирать. Давайте вместе подбирать 10 возможных президентов, как кандидатов президента. Вы голосуете за них, вы подбираете. Может, человек там где-то работает и думает, что и про него никто не помнит, и вдруг тысячи людей будут говорить, что мы хотим вот такого-то человека, кандидата президента. Давайте предлагать, давайте сейчас народ пусть возьмут, не Фирташ где-то в Вене будет решать вопрос, будет решать этот вопрос. Одновременно давайте еще больше усовершенствовать нашу программу 70 дней, знакомить с ним людей, чтобы сказать людям, не просто мы хотим поменять, у нас есть кем поменять и что делать. И мы просто хотим выйти из этого вот
ну, кумеда, куда нас отдали. Вот и вся история. Мы должны действовать очень быстро. Я вибачаюсь. Мікрофон у мене вже, вибачаюсь. Добрий вечір. Добрий вечір, все. От як треба направити владу. Я так зрозуміла, що більшість тут такіян, я також не такіянка. Я в першу чергу хочу подякувати Михайлу Саакашвілі за те, що він взяв таку відповідальність, і він отаман цієї нашої країни. Це він відповідальність взяв і нам допомагає виплисти з нашого це болота. Значить, я зараз представлюсь, моє прізвище Будушевська Людмила Миколаївна. Я мама двох діток, яких, ну, дітки вже дорослі. Значить, в мене дочка зараз живе в Польщі, в мене там є сонучечка. Значить, напередодні в мене завтра день народження, 51 рік, і моїй внучці завтра буде 7 місяців. Я мама учасника бойових дій. Значить, завтра син приймає присягу в Академії внутрішніх справ поліції. Значить, він відслужив 2 роки, це бойовий АТО. Зараз, значить, тепер вибачаю, значить, що 18 числа. Значить, в мене запитань немає, я просто хочу, щоб кияни приєдналися до нових сил, і ми гарно попрацювали, щоб 18 числа піднявся весь Київ. Ми поставили крапку, що всі ця влада та вона здалася, просто здалася, пішла сама без всякої боротьби. Пішла геть, без боротьби не піде, але піде. Будь ласка. Дякую вам, дякую. Добрий вечір. Реально у нас сейчас даже не президентство парламентское, не парламентское, не президентское, это какой-то результат Нинцеста. В свое время непонятная система, какая-то реальная, да, потому что это какой-то урод там создался в результате старания Кучмы и его там каких-то отношений с тогдашними членами парламента, что понятно, что они сделали? Они сделали систему, при которой, значит, президент ничего положительного сделать не может, но помешать может всего что угодно. И в Украине вся система работает так, что любой, я же это, слава богу, я еще был украинским чиновником. Это такая практика, у меня негативная практика подсудимого, чиновника, все, хотя бы негативный опыт, это опыт. И опыт, что если ты хочешь что-то хорошее сделать для людей, любой маленький человек, где-то устроили мы дорогу там в Вилково. У нас было 3 недели, оставалось, как можно проверить работу. Какой-то чиновник антимонопольной службы заблокировал дорогу. Я чуть с ума не сошел. Кто этот человек? Никогда, наверное, в жизни Вилкова не было. Почему он заблокировал? Просто так. Потому что не принесли деньги. И пока там устроили скандал, разблокировали, вот этот, любой чиновник маленький может использовать. И президент что как делает, как он управляет. Он не говорит ничего положительного. Он назначил из своих смотрящих, госсекретарей через какую-то комиссию. И госсекретарь там просто ветирует решение министра. И любой министр знает, что присмотрящего никуда. И эта система вот эта идиотская. Или у нас есть кабинет министров с ответственностью, по полагаемости большинство, или у нас есть президент с ответственностью, у него все знают, с кого спрашивать. А у нас сейчас есть все на другую работу, говорят, да это нет, да это он, да это нет, а у меня резолюции нет, да это нет, да это. Полностью идиотская система. Поэтому, конечно, должно быть полагаемости большинство. Президент должен заниматься внешней политикой, обороной, общей безопасностью и гарантом Конституции. Что и записано. Президент не может быть узурпатором. Правительство отвечает перед парламентом, парламент отвечает перед народом. Парламент все нормальные люди, которых можно называть через год, если их не выполняют свою полномочия. И вообще выборы надо проводить, мне кажется, каждые 2 года. Сейчас, пока это не устаканится, пока не очистим это болото. Потому что свежие огурцы кидаются в почку соленьями, они станут солеными. Надо соленость оттуда выкидывать. Вот и вся история. Поэтому мне кажется, что систему надо менять однозначно. А сейчас я хочу просто Юрию Теренко передать слово. У нас будет много возможностей еще пообщаться. Надеюсь.
Этот человек мой близкий друг, которого я вижу через день. Давайте. Шановний Михайло, у мене таке коротеньке запитання. Що буде, якщо ваша сила потрапить в влади? Що буде з моєю батьківщиною, з Кримом? З Кримом буде те, що з України. Якщо Україна буде потужна, якщо Україна буде економічне зростання, якщо Україна відбудеться як держава, Путіну настане, я не знаю, зараз не хочу говорити, що настане, то не стане. То, що треба, то й настане. І тоді Крим повернеться. І коли Україна буде скривати до вас, ви взагалі не буде. А Україна буде. І ми переможемо. Дякую. Дякую. Дякую, Михайло Саакашвілі. Я хочу, щоб ми продовжили. Дякую, Михайло. Я хочу, щоб ми продовжили нашу зустріч. І я запрошую ще для короткого слова Юрія Дерев'янка, тому що нам з вами потрібно...